Москва, 13 Сенрия. Новости. Спортивный комментатор Василий Уткин согласился работать на новом спортивном телеканале Матч ТВ. Об этом он написал в своем блоге на сайте sports.ru. Как написал Уткин, принять такое решение его убедил генеральный директор НТВ Плюс Александр Вронский. «У меня не будет никакой должности на Матч ТВ. Никакой торговли, никаких должностей. Буду работать сам собой, столько, сколько потребуется. Александр Вронский меня убедил, и мы ударили по рукам. Я буду работать на Матч ТВ. Я комментатор», — написал специалист в своем блоге. В июле стало известно, что телеведущая, продюсер и IT-технолог Тинатин Кандилаки станет генеральным продюсером и заместителем генерального директора объединенной спортивной редакции, создаваемой на базе нового федерального телеканала Матч ТВ. Эта новость вызвала бурную реакцию со стороны Уткина, который посчитал себя обиженным словами Кандилаки о создании спортивной редакции с нуля. Позднее Кандилаки пояснила свои высказывания, и комментатор посчитал инцидент исчерпанным. Однако вскоре после обмена колкостями в соцсетях между Уткиным и Кандилаки произошел конфликт. Уткин разразился серией едких и ироничных замечаний в адрес Кандилаки в своем микроблоге в Твиттер. Позднее комментатор заявил, что работать под руководством Кандилаки унизительно, но затем не исключил, что пойдет под ее начальство, отметив, что возможное сотрудничество будет зависеть от просьбы, от тона просьбы и от того, как сложится разговор. После чего Кандилаки пригласила Уткина на деловую встречу, итоги которой остались неизвестны. Начало вещания телеканала Матч ТВ намечено на 1 ноября 2015 года.